Часть трассы через Аркабун очищена, но на нескольких ее участках боевики активизировали нападение на проезжающий транспорт. Пора положить этому конец. Под прикрытием танков боевые машины пехоты высаживают десант. Пехота пошла на штурм. Одна за другой машины идут к точке высадки. С одной стороны дороги закрепившиеся в домах бандиты. С другой, к дороге пытаются прорваться остатки окруженной и уничтожаемой группировки с правого фланга. Раз, 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 раз
الباب الثالث، ارجع لورا شوي، ارجع لورا شوي الباب الثالث. يلا 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 بسرعة. الرياض راجع بأقصى سرعة، بأقصى سرعة تحرك. يلا الرابعة، يلا خي يلا. يلا بشي انشب انتهى. أربعة بعد التعليمات. يلا بسرعة اقصى سرعة اتحرك. دير بالك عشان دي الكهرباء. دير بالك عشان دي الكهرباء. Высадка десанта завершена, и БМП уходят за следующей волной. Танки же выстраиваются для охраны участка. Обнаружена группа боевиков, пытающаяся укрыться в новостройке. При виде этого бойца вспоминаются слова из детской считалочки. Кто не спрятался, я не виноват. Вторая волна десанта на подходе, и танки вновь выходят на ее защиту. Водитель автомобиля понял, что сегодня на трассе слишком тесно. Часть бойцов высаживается и идет на штурм сходу.
Плотный огонь танков и БМП не дает террористам возможности атаковать десант. Передовой спешит машина с раненым. Солдат отправляется в госпиталь, а следующая группа десанта в бой. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.